Добро пожаловать на канал HardRazzetInfo. Перед нами устройство HTC One M9E. Сейчас я покажу, как на этом устройстве войти в bootloader mode. Для этого мы с вами что делаем, собственно? Для этого мы нажимаем на кнопку питания и удерживаем, и нажимаем на кнопку отключить питание. Ждем, пока телефон выключится. Затем одновременно нажимаем и удерживаем на кнопку питания и кнопку увеличения громкости. Отпускаем кнопку питания, но продолжаем удерживать увеличение громкости после появления логотипа. И, собственно, все. Мы в HTC Download Mode, как вверху можете увидеть. Ну и все, собственно. Что тут можно увидеть? Системную информацию можно увидеть. Дальше баркоды. Перезагрузиться в bootloader. Это там с помощью bootloader можно уже в recovery попасть. Перезагрузиться сюда же, ну, либо же просто перезагрузить телефон, чтобы выйти из этого режима. Ну, собственно, и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.